Вы директор крупного агрохолдинга. Мы с вами только что побывали в вашем магазине. Вот скажите, в чем секрет? Одна колбаса у вас стоит 300 рублей, а другая аж 900. Что вы такое добавляете? Ну, по-разному. Можно премиум на этикетку добавить. Можно золотая серия. Уходя на работу, муж говорит своей жене: «Не включай мой компьютер, это тебе не понравится». Жена говорит: «Ага, хорошо». Как только ушел муж на работу, жена включает компьютер и ищет там все папки, рассматривает, ничего не находит. Когда муж приходит, смотрит, жена идет, сидит злая. Муж говорит: «А что случилось?» Жена говорит: «Я включила компьютер, целый день там искала, ничего не нашла, думала, есть переписки с любовницами, ничего не нашла». Муж говорит: «Я же говорил, что тебе не понравится». Ревнивый муж решил сводить свою жену в профилактических целях на спектакль «Отелло». После окончания спектакля он спрашивает ее: «Ну, ты сделала какие-нибудь выводы?» «А нефиг выходить замуж за мавров». Блинка. Самые интересные ночные снимки удалось получить зоологам, разместившим фотоловушки в своих холодильниках. Что делать, если не работает телевизор и отключили интернет? Очень интересно смотреть, как работает стиральная машина. На чемпионате мира по пулевой стрельбе француз попал евро, американец цент, а русский попал в копейку, прострелив ей бензобак. Детские психологи, между прочим, говорят, что если ребенок чем-то занят, то не надо его отвлекать. Сынок, третий день прошу, выходи же уже из запоя. Лев идет по лесу, смотрит, жираф идет. Лев спрашивает: «Эй, длинношеи, кто у нас самый красивый в лесу?» Жираф отвечает: «Ты, лев». Лев обрадовался и идет дальше. Смотрит, зебра идет. Спрашивает у него: «Эй, полосатый, а кто у нас самый храбрый в лесу?» Зебра отвечает: «А кто же? Конечно, ты, лев». Лев довольный идет дальше. Смотрит, идет слон. Спрашивает у слона: «Эй, длинноносый, кто у нас в лесу самый умный?» Слон берет его хоботом и перебрасывает через спину и кидает в болото. Лев утряхивает тину, вылазя из болота, и приговаривает: «Ну зачем же так нервничать? Мог бы сказать просто: я не знаю». Подписываемся, кликаем на колокольчик. Говорят, что если ваша кошка умывается, то тогда наверняка у вас будут гости.